Педофил за убийство девочки сядет пожизненно. Сегодня в шымкентском СИЗО огласили приговор преступнику, который надругался и убил ребенка этим летом в Сарыагашевском районе. Слушания прошли в закрытом режиме. После оглашения отец девочки потребовал наказания и для судей, которые ранее отпустили рецидивиста после второго преступления. Он был дважды судим. Сначала отсидел за убийство, а после за нанесение тяжкого вреда здоровью был осужден условно. Теперь, кроме пожизненного заключения, 48-летнему преступнику грозит химическая кастрация. Также он должен выплатить 100 миллионов тенге семье за моральный ущерб. По его словам, за неделю до этих событий он был сильно алкогольно опьянен, то есть неделю употреблял, и как это все происходило, он не помнит. Хотя осознает, что это все преступление. Односельчане пытались устроить самосуд над подсудимым, поэтому заседание проходило в шымкентском СИЗО, а на слушание запустили только близких родственников погибшей. Дело получило большую огласку. Президент страны лично дал поручение Генпрокуратуре разобраться в обстоятельствах трагедии, а Верховный суд отстранил от должности судью Сарыагашевского района, который в начале этого года вынес преступнику слишком мягкий приговор.